я крутой. Ну, вы тоже крутые. Без вас бы я не справился, но в нашей команде кто-то... Дело, говоришь, мы команда. Важно ею нам и оставаться. Смотрите, какой плакат. О, в цирке состоится программа под названием «Суперсила». Суперсила, это как я. Будут представлены номера владения невероятной силой. Как думаете, это тоже супергерой? Может, сходим туда? Давай! Но это будет аж через 2 часа. Давайте, может, посидим, пока отдохнем? Работа супергероя так выматывает. Да, давайте, подождите, отдохнем чуть-чуть. Так скучно. А долго нам еще ждать? Я, конечно, понимаю, что у вас на платье все очень медленные. Но скучно все равно очень. Ну, зато можно посидеть здесь, понюхать цветы. О, какие цветы? Здесь же нет цветов. А ты посмотри, вон, видишь, через дорогу напротив парк. Там за ним дорожка, видишь, киоск, за киоском магазин, лужа, паркинг, лимузин, пересалон, аквариум, а за ним террариум, две помойки, автокран, чей-то поттерный диван, за диваном самолет, а за ним вон сад цветет. Вот там и цветы, несколько прекрасных роз. Сюда пахнет. О, так я сбегаю сейчас. Что за ерунда, там нет никаких цветов. Я пробежал 300 километров. А потому что вот они. Я ручку протянула и достала, пока ты бегал. Дарю. Что-то нет, не надо мне такого. О, на, нюх. Спасибо, ребят. Как теперь приятно пахнут эти цветы. Ну, вот это... Короче, ну, долго нам еще ждать, а? Ой, ну и пылюка. Сколько мусора тут, а? О, смотрите, у него среди мусора 10 гривен. О, где? А, что такое 10 гривен? Вон там, видишь, тихо. А ну-ка я попробую достать. Есть! Десятка у меня. Пусть идет дальше. Будьте здоровы! Что ждете, ребят? Вы знаете, скоро будет представление суперсилы. Суперсилы? А, так это через час еще. Но уже можно пойти билеты купить. А где? Да вон, там кассы. А хотите у меня подешевле возьмите? Я в концерке тоже выбираю. У меня этих билетов очень много. А насколько дешевле? Ну, в кассе один билет 10 гривен стоит. Вас трое в цирк пойдет? Ну вот можете 3 билета за 10 гривен взять вместо одного. Прикольно. У меня как раз под лавочкой завалялась десятка. Пойду ее, возьму. О, супер, вообще бесплатно в цирк пойдем. Ой. Давай бери, деньги не пахнут. В смысле не пахнут? Все пахнет, деньги нет. Вон, а в маршрутке деньги же у тебя не пахнет? Да это выражение такое, деньги не пахнут. Ну, в смысле, когда говорят, что за деньги все можно решить. А, понятно. Достань пока свою десятку. Я потом с подлавочки нашу достану. Окей, без проблем вообще. Вот, держите, вот, человек, вам 10 гривен от нас всех. Давайте билеты. Вот вам билеты. Так, 1, 2, это мне. 3. Вот, и тебе. 3 билета, хорошего просмотра. Спасибо. Спасибо большое. Сходите посмотреть на суперсилу. Насладитесь, как говорится, представлением. И мне полезно. Спасибо вам большое. Рад был иметь с вами дело. Кстати, подвиньтесь тут у меня под лавочку 10 гривен еще захотел. О, ты кто вообще? Так, а вот и десяточка моя. Ну все, давайте, скоро надо начнется. Что происходит? Вот это номер. Смотри, какой замечательный дворник. Заметил же, что я десятку под лавочку затянула. Ух, сильный-то какой, а? Видел, лавочку прямо с нами поднял. Ух, чего только ради денег не сделаешь, да? Он такой жадный дворник. Кстати, где моя десятка, а? Так, с вас по 3 гривны 33 копейки и 33 десятых копейки. Чтоб подали до завтрашнего дня. Вот вы уже не мелочитесь.
В любом случае, мы купили билеты и пошли на представление. Сильный дворник, не правда ли? Да, может, он жадный просто. Вот потому и сильный. А может, ты тоже жадный, потому такой быстрый? Слышь, попроще, пожалуйста, молчи. Нет, не спорьте, не спорьте. Давайте я вас обниму своими длинными ручками. Да. Они где-то были, сейчас, О, нашла, вот они, мои хорошие. Ладно, иди, проходи. Спасибо. Ох, какая неприятная особа. Ладно, проходите, садитесь. Ой, странно, что тут кроме нас никого нет. И он выходит. Ой, какой силач. Ой, он такой пугающий. Мне вообще не страшно, я же убегу быстро. Ты всегда бежишь. Потому что я Флэш, не суперскорость. Что, он сейчас камень поднимет? Да, он сейчас весь кубол поднимет. Это не камень. Он что, принимает пинцет? Принимает путь. Ты видишь, да? Еще у вас виду какой страшный, да? Прям машина, прям убить. Может, это какая-то супер тяжелая муся? Да нет, вроде супер, пошла муся. Почему он тогда так тушится? Нюхач, что ты думаешь по этому поводу? Вообще обалденно. Да, я самый сильный. Но нет. Я всемогущий, и нет никого сильнее меня. Да. Ерунда немного. Нас, походу, на босса разбили. На это мы потратили 10 гривен. Как круто. Что, прикалываешься, что ли? Нас тупо развели. Да? Да. Ну, по-моему, он ничего. Так, успокойся, лучше скажи, где вы. А мне кажется, сюда. Да разве это сила? Он же поднимал какую-то бусинку пинцетом. Это просто бред. Да, да. Он даже не пах потом. А может, его суперсила не поддеть? Да нет такой суперсилы. Я знаю все суперсилы галактики. Такой суперсилы? Ну точно. А ворота-то закрыты. И что теперь делать? Ну что, ребятки, понравилось выступление? Не зря билеты купили. Выступление, как по мне, было даже очень ничего. Спасибо. Только как нам отсюда выйти? Мы немного заблудились. Ты чего, нас кидануло? А, вы просто случайно не на тот выход вышли. Вы на задний двор попали. Но не беда, можно выйти вот сюда, через эти железные ворота. Но с вас за это погрибнем. Нет, спасибо большое. Мы лучше пойдем поищем центральный выход. Да, конечно, вон туда. На входе купите 3 билета по 10. И можете сразу на выход. Без билетов не выпустите.